Наводнение во Франции достигло критического масштаба. В Париже сегодня закрыли Лувр для посещения, а с нижних этажей и подвального хранилища выносят картины. Из-за проливных дождей в нескольких районах Франции начались сильнейшие за последние 100 лет наводнения. Десятки населенных пунктов затоплены. В Париже Сена вышла из берегов. Предстоит эвакуировать больше 2000 человек. Спасатели вывозят на лодках жителей города Лон-Жюмо, неподалеку от Парижа. По-другому к домам не подобраться. Улицы затоплены. Накануне бедствие добралось и до французской столицы. В Париже вышло из берегов Сена, пока затоплены лишь набережные, но уровень воды быстро растет. Власти отмечают, что именно сегодня он достигнет отметки 5 метров и 60 сантиметров. Отметка в 6 метров означает затопление метро. Самое страшное наводнение произошло в Париже в 2010 году. Тогда вода поднялась выше 8,5 метров.